Всем привет, с вами Дисет, 55-я серия обзоров модов. Сегодня у нас три маленьких, но интересных мода. Начинаем. Первый мод у нас позволяет крафтить алмазные блоки из четырех железных, из четырех золотых и одного лазуритового блока. Получаем блок алмазов. Крафт очень дорогой, но если вы никак уж, ну никак не можете найти алмазы, а железо и золото у вас дохренище, можете спокойно скрафтить алмазный блок. В принципе, удобно. Следующий мод у нас позволяет ставить факелы вверх ногами, вот так вот. Вот это место я оставил для себя, вот так они спокойно и очень легко ставятся. Можем расставить их вот так, можем даже сделать вот такую вот конструкцию, очень легкую. Теперь можем поставить факелы со всех сторон, то есть вот так вот. Вот так вот это будет выглядеть, довольно прикольно. И освещать он будет очень большую территорию, что довольно прикольно. Да, я много уже слов таких, паразитов, как бы сказал. И вот и сейчас тоже. Впрочем, неважно, переходим к последнему на сегодня моду. Он больше, чем все эти два вместе взятые. Лол. Лол. Ну и последний мод добавляет движущиеся блоки в игру. Этот мод так и называется, The Moving Blocks. Эти движущиеся блоки различны по своей структуре. Бывают, бегают по вашему миру Майнкрафта. Земля, которая убивает от всего 10 ударов, а бывает бегает даже алмазная руда. Они дропают то, что сами и обозначают, поэтому спутать их у вас не получится. Давайте поищем на просторах мира Майнкрафт вот эти движущиеся блоки, посмотрим, что они из себя представляют, попробуем их убить и посмотрим их лут. Например, это движущийся блок алмазной руды. Он убивается 75 ударов кулаком. Как видите, он двигается довольно прикольно. Попробуем убить его с ножа, а точнее с меча. Так он сдохнет быстрее, и как видите, он дропнул один алмаз. Довольно прикольно. Это движущееся дерево, оно убивается быстрее. Вот с двух ударов, то есть на его убийство нам нужно всего 15 ударов кулаком. Или даже 10. Это движущийся адский блок. Он убивается примерно так же, как и дерево, вот, то есть двух ударов, дропает, естественно, адский камень, и спавнится только в аду, потому что это адский камень, логично. Это движущийся уголь, несложно догадаться, что он дропает. Умри, уголь. Естественно, он дропает уголь, спавнится в обычном мире. Черная фигня, да уж. Надеюсь, Джеб эту фигню исправит. И да, еще бывает движущиеся блоки земли, железа, золота и других полезных ископаемых. Факелы, прикольно. В общем-то, да, вы сможете найти их сами, просто скачав этот мод по ссылке из описания. Дальше, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, фоловьте меня в Твиттере. Новая строчка добавилась в конечной фразе. Но это не важно. Пока.